Неосторожное выхождение за огнем – это подпал. Такие версии разглядаются специалистами, как причины возникновения пожару у магазине будовничных материалов у Шушинском районе. Телефонование об здарении у службу 101 поступило ночью от сведки. На улицу авиаторов терминово накировались разлики. На месте было констатовано горение даха гандлевой крупки. У вынику огонь поспел пошкодить шиферное покрытие площадь 10 квадратных метров. Маемость магазина удалось оборонить от огнем, потерпелых нема. Что стало причиной пожару, зараз удокладняют специалисты.